После объявленного президентом выговора председателю комитета по регулированию естественных монополий Азамату Майтиеву в этом ведомстве решили собрать журналистов и объяснить, как будут исправлять ошибки, а именно возвращать убытки казахстанцам на 14 миллиардов тенге. Такой доход монополисты получили, завышая тарифы. Правда, объясняться к СМИ вышел не сам глава комитета, а его заместитель Асан Базилов. Он сообщил, что возврат денег будет происходить за счет снижения тарифа на электроэнергию на 1 тенге. Первыми, кто получит квитанции по новому расчету, это будут жители Астаны. Если раньше они платили 14,59 тенге за киловатт в час, то с 1 ноября будут платить немногим больше 13. За счет этого жителям столицы компенсируют 1,5 миллиарда тенге. При этом, несмотря на громкие скандалы вокруг монополий, в комитете считают, что столичные компании не получали сверхприбыль в обход закона. Это не то, чтобы это было незаконное повышение. Вот, например, в отношении Астана Энергосбыт, они, получается, закупали электроэнергию на более дешевых источниках. Это, в принципе, для субъектов, которые являются, работают на общезначимых рынках, общественно значимых рынках, они не регулируются в полной мере. Они могут это делать.